В дуговой сталеплавильной печи металлический лом нагревается и расплавляется за счет теплового эффекта электрической дуги, которая возникает между графитовыми электродами. Они, в свою очередь, раскаляются до красна и постепенно сгорают. Продлить срок их службы позволяет постоянное охлаждение водой во время работы печи. Несмотря на организацию принудительного охлаждения, электроды во время работы во внутреннем пространстве печи испытывают серьезные термические нагрузки. Они раскаляются и постепенно, плавка за плавкой, выгорают и расходуются. В работе печи одновременно участвуют три электрода, и каждый из них приходится менять примерно один раз в сутки. Снятый с печи электрод помещают на специальный стенд, где выгоревшую часть наращивают с помощью новой секции. Пока электрод установлен на стенде, его раскаленная поверхность активно окисляется, что уменьшает ресурс работы. Группа специалистов СПЦ предложила организовать его хранение без доступа свежего воздуха. Для этого внутри стенда была изготовлена специальная защитная конструкция. Благодаря этому решению электроды сохраняют свой рабочий ресурс на более длительное время. Только за первые 8 месяцев этого года в электросталеплавильном цехе СТЗ за счет реализации проекта по хранению электродов сэкономили более 63 миллионов рублей. Лидия Соколова, Сергей Чижов, новости 11 канала.